Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. Продолжаем играть Shadow Fight 3. И все-таки я буду драться с Гизмо. Он меня, если честно говоря, уже достал в корень. Я не знаю, сколько у меня было попыток. Ах ты гад. Чтобы его наказать, не получается. Ну, будем стараться, ребят. Квазимода хренов, а? Че творит? Вот так вот. Как видите, я взял молоты. Не получилось у меня мечом его заколбасить. Будем пытаться так. Блин, промазал, а? Ага, получил. Слушайте, есть шанс на первую-то победу. Блин, опять поймал. Ну, зараза, ну чтоб тебя разорвало. Блин, хотел... А, не получилось. Хотел ему комбо-атаку провести. Блин, а... О, пошло-поехало. Так, надо его подловить. Отлично, ребята. Сейчас главное не спасовать. Ну, все. Первая победа за нами, наконец-то. Наконец-то пошло. Ну, всего лишь еще два раунда продержаться так же, и будет все нормуль. Отлично, отлично. Тут даже нечего сказать. Куда ты бежишь? Все-таки я успел вернуться. Да, ребята, кстати, у него такая тактика. Вот вы его бьете, когда он бежит, лучше откатываться. Вот так. Ага. Ну что, побежишь, нет? Не бежит, гад. Ну, тогда будем его... Слушайте, довольно хорошо идет. Возможно. Возможно, мы его... Ладно, не будем. А то сглажу, как обычно. Вторая победа за нами. У меня еще плюс есть теневой удар. Полностью накоплен. Фух, была не была. Так, пока у меня было максимум две победы у него. Да чтоб тебе, ну... А, началось. Началось в России утро. Опа. Так. Надо еще захват. Ах, кончилось, кончилось, ребята. Блин, не успел. Отвлекся малька. Нет, все, походу здесь он меня накажет. Вот как обычно, вот две победы я делаю, и потом он как будто раздухарится. Все, началось. Слушайте, ну я не угомонюсь, я буду ее проходить до тех пор, пока не пройду. Да, я, конечно, понимаю, что это все безумно. Дурила. Точно Гизмо непросты. Ага. Лучше перестраховаться. Вот так вот. Получи, козлина. Фу, ну у меня очень мало хп, ребята, поэтому надо быть очень-очень аккуратно надо быть очень. Как видите, моя аккуратность меня ни к чему хорошему не привела. Ну ладно, хорошо. Пока все равно мы ведем. У нас есть еще шанс. Еще две попытки. Так куда, куда, куда? Тут видите, ребята, два варианта. Вот он бежит, хватает, а второй он хватает нас и начинает лупашить. Так, захват. Отлично, прокатило. Ну, хоть какое-то преимущество мы уже взяли. Ха-ха. Так, зажимаем его. Ать, нет. Хотел схватить, уже видели, да? Ух ты, довольно неплохо идет. Перебил. Вот так, бросочек. И бьем его. Так, отходим. На-ка, гад, получи. Отбегаем. Блин, хотел схватить уже, не тут-то было. Вот так вот. Ну что, еще, ребята, комбинацию, и он будет наш. Я надеюсь. Ух ты, попал, что ли? Есть, ребята, прошли мы этого Гизмо хренова. Сфера, сержант велел мне дождаться тебя. За сферой он отправится сам, с каким-то новым отрядом. Вот так вот. И я хотел только одного, как следует повеселиться и надрать пару задов. Твой в особенности. А ведь я удивилась, когда он назвал сферу просто трофеем. Пока мы искали Гизмо, он готовился к своей операции. Трофей, значит, да? Мы должны вернуться и остановить сержанта. Я успел рассказать ему слишком много. Джун, ты забыла о нашей миссии. Я жду вас в ущелье. Чувствую, что мне пора вмешаться. Это еще кто такой? Невидимка?
Ну главное, что мы прошли, ребята, Гизма. Ух ты, я еще новый уровень получил. Классно. Третий левел. Ух. Так, и броня у меня. Нифига. Укус змеи. Перк. Простой меч и закрытый шлем. Ну что же, вот это вот замечательно, ребят. Экипировочку давайте-ка мы с вами сменим. Нет, этот не пойдет, а вот это я надену. И бронька у меня здесь, ага. Кстати, две. Какую лучше надеть? Хм, смотрюсь неплохо. А это как-то не айс. Ну-ка, дайте-ка. Так, вот возьмем, наверное, это. Защита тела тут идет. Ну да, 50 без оружия, а тут 55. Но защита тела слабенькая. Все-таки вот эта вот бронька будет получше, я считаю. Наверное, мы ее и оставим с вами. Да, и смотрится как-то он хорошо. Так, и что у нас тут еще новенький? А, у меня же меч, ребят, открылся. Вот он, серебряный шквал. Редкий двухручный меч. Ни разу еще двуручником не дрался. Будем смотреть. И купим с вами один пак. Посмотрим, что из него нам выпадет. Так, железное копье, это ерунда. Каска скаута, тоже чушь. Так, лабрисы, мы уже устарели. Каска горса, вообще ерунда. И парные мечи. Да, ничего, к сожалению, хорошего нам не выпало. Ну да ладно, главное, прошли Гизма. И у нас глава первая легко. Джун, мы выполняем задание, о котором знают единицы. Я могу быть невидимым, потому что я вестник, но ты... Кто я? Я знаю, что ты мне скажешь. Надо охранять сферу, бла-бла-бла, обороняться надежнее, бла-бла-бла. Тебе ничего не скажу. Я познакомлюсь с твоим другом. Если он победит меня, то вы вернетесь в лагерь. Так, ну здесь, ребята, легко. Я думаю, никаких у нас проблем с этим не возникнет. Уж после Гизма я готов на все. Так, он невидимка, да? Точно, ох. Получи-ка, родной. Надо бить, ребят, наотмашь. Где? Оу. Я, кстати, не знаю, какие удары у этого меча. Но пока вроде бы неплохо получается. Слушайте, замах довольно такой... Как сказать, большой. Но опять же вам скажу, что он довольно долго это все делает. Все, забили. Отлично, загадочный противник в первом раунде пал. У нас еще один раунд впереди, так что не будем расслабляться. Раунд 2, я готов. Вот так вот, начнем с размаха. С разминки. Ага. Ой, ребят, да у него удары-то как у щегла. Так что в любом случае я здесь выиграю. Готов огурец. Уносите готовенького. Ну, что он мне сейчас скажет? Мне лишь надо было убедиться, что ты стоишь того, чтобы Джун не спускал с тебя глаз. Скоро мы познакомимся поближе. Не надо мне поближе. Вы меня не за того принимаете. Так, ребята, и у нас... Мы движемся к четвертому уровню стремительными шагами. Ого, для молотов. Так, подлатник, шлем кочевника и металлическое жало. Опять же, глава первая легко. Что у нас тут вообще? О, ребята, ну-ка. Укол ската. Отлично. А второго перка у меня, к сожалению, нету. Жаль, жаль. Как-то не айс. Ну что, давайте посмотрим. Главное сейчас застать сержанта. Если он уже отправился за сферой, нам будет намного сложнее. С каких пор ваш лагерь охраняют кирасиры? Этот вот пришел явно по твою душу. Победите кирасира, нанятого сержантом. Ты легко. Сейчас порву его просто-напросто. Че у него там за оружие? Ага, топорики, ясно. На-ка, выкуси. Так, понял я. Первую комбу я прочувствовал уже. Вот она вот такая вот. Слушайте, довольно круто жарим. Ух, кирасир. Бросочек и добивочный. Промазали. Ага, смотри-ка, что творит. Это тем более... Ох ты, не... Да ладно, завязывай уже, нифига себе удар.
Да хорош уж. Ты будешь долго... Еще и меч забрал. Ну все, я тебя в рукопашку замочу. Отлично, ребята. Ух, прокатило, а могла бы сбить. Ладно, первый раунд за нами. Раунд 2. Поехали. Черт подери, а. Опачки. И укольчик такой, да? Добивающий. На-ка. Так, все, ребятушки, она лишилась своих этих топориков. Теперь она полностью наша. Вот так вот. Ах ты, смотри, еще сопротивляется собака. Ну что, еще... Ай, блин, еще... Да ладно тебе. Еще одну связочку, и думаю, с нее достаточно. Да хорош уже, а! Все, давай, отлично. Кирасир тоже мне. Кирасин, ёпарсоте. В общем, победа за нами. Может быть, нам придется сразиться со всем легионом, пока мы не найдем этого труса. Девочка, не меня ли ты потеряла? Зачем сражаться с целым легионом? Достаточно будет одного бойца из моего нового отряда. Фига он тут возомнил себя, да, ребят? Ха. Ну давай, выставляй своего там суперсолдата, я его порву в клочья сейчас. Награда. Так, в денежном эквиваленте. Ух ты, я еще и редкий меч себе свой улучшил, отлично. Так, шлем кочевника, каска горца. Это все ерунда. Глава 1 до сих пор еще легко. Хм, пойду-ка я потренируюсь маленько. Ну что, братки, я потренировался. Вроде более-менее освоил этот меч. И мы с вами приступаем дальше играть. Так, глава 1 у нас легко, как вы помните. Так, деньжат. Подзаработали малька. Можно купить, кстати, пак. Давайте-ка возьмем. Ну, дайте что-нибудь путнее, дайте что-нибудь хорошее, я прошу вас. Ага, подлатник дают тебе. Укрепленный мундир. Каска скаута. Парные мечи. И последний у нас комплект штрафника. Да, как всегда, фуфло подсунули. Ладно, ребята, давайте тогда пойдем, наверное, в главу. Сержант доволен собой, но у него не выйдет долго прятаться за своими бойцами. Это уж точно, Джун. Итак, новый теневой отряд. Сильнее и действеннее своих предшественников. Победите солдата из нового теневого отряда. Ага. Ну что ж, давайте рискнем здоровьем. Что там за солдаты у него такие? Раунд 1. Ого! Прикидон-то у него неплохой, ребята, я вам скажу. Сейчас мы его прощупаем. А, гад, он с копьем. Ну да, крепковат, крепковат, ничего не скажешь. Ох ты, нифига ты. Ты смотри, что творит, блин, гаденыш. Еще и попрыгун. Поваляйся, малька. И вот так пошел отсюда. Ага, у него теневуха готова. Сейчас будет что-нибудь чудить. Я больше чем уверен. Так и думал, блин. Все, стоим, стоим, выжидаем, выжидаем, ребята. Ты смотри, блин, вот это дает он джазу, а. Вот так, укольчик. Ай-яй-яй, сбил он мне. От этого не открутился. Все, пора добивать. Готовченко. Ух, так, первый раунд за нами, отлично. Ну, теневый солдат, да, не спорю, такой довольно мощный. А главное, что смотрится прикольно. Упырь. Первый удар за ним. Вот так, бросочек и, как говорится, рубим. Блин, укол не прокатило. Черт, увернулся, а, зараза. Валяться, я сказал, а. Укол, отлично. Ну вот ж, дудки, этот фокус уже не прокатит. Черт подери. Да началось, а. Так, ладно. Гад, он меня подлавливает, а. Давайте рубить. Напоролся сам на мой меч, так что все было замечательно. Вот так еще разок. Все, ребята, остается только лишь его добить. И пока. Теневой новобранец. Куда тебе до меня, сынуля? А тебя можно было бы поставить тренером для новобранцев.
Но у старейшин на тебя другие планы. Ну что тут еще началось? Превышение полномочий и нападение на сослуживцев? Иди прогуляйся перед казнью. Завтра тебя будет ждать палач. Ничего себе, он мне одолжение дает, да, ребята? Иди погуляй. Буду я тебя спрашивать, сынок, что мне делать, полководец хренов. Так, что у нас тут? Крепленная броня. Парные мечи. Доспех горца. И все. У нас задание открылось, ребята. Можно, в принципе, бой в темноте. Легко. Затемнение миссия называется. Ну, давайте посмотрим, что она из себя представляет. Я так понимаю, бой в... А, вот оно как. А я думал, вообще будет черный экран. Слушайте, тоже... Тоже с мечом. С довольно длинным. Ни хрена не вижу, что там происходит, блин. Укол. Отлично. Но зато она по хпшкам, я смотрю, вата. И меч, по-моему, потеряла. Так и есть. Слушайте, довольно легкий какой-то теневой солдат. Тот был как-то покрепче. Продолжаем разговор. Ага. Вот, кстати, вот такой вот хочу удар, ребята. Выпад. Это, наверное, мне кажется, перк. У меня почему-то нет такого. У меня вот такой есть. С вертушки. Укол. Отлично. Слушайте, ну в любом случае я ее добью сейчас. Готово. С поля пошла отсюда. Развалилась, блин. Вы выиграли. Естественно, я выиграл. Так, я еще получаю деньги и кристаллики. Металлическое жало. Нырок. Подлатник. Дают, но все не то. Театр легенд, ребята, у нас открылся еще. В этом подвиге тебе предстоит сразиться с колдуном, использовавшим свою черную магию, чтобы стать сильнее. Противник регенерирует. Бой будет у нас нормально, да? Но это посложнее, чем легко, но полегче, чем сложно. Черт, какого хрена я опять мечником играю? Слушайте, а прикид у колдуна неплохой, мне нравится. На-ка. С посохом, ребята, а? Опа, нифига. О! Получи, гаденыш, блин. Все, лишился посоха. Иди сюда теперь. Гаденыш. Блин, мне вот нравится здесь музыка. Именно вот в этом театре. Обалденная такая музложка. Да цепись ты от меня уже, а в конце-то концов. Шаман, блин, или кто ты? А, маг Вуду. Ёпросто, я все думаю, на кого он похож, блин. Точно. Хе-хе-хе. Так, ну что, первый раунд за нами. Так. Сейчас я тебе надеру твою рожу вудовскую. Вот так вот. Блин, мне нравятся вот у него такие эти с посохом, с альтоном крутят, конечно, невероятные. Но не делать зато вот таких бросков, как я. Тихо, тихо, какие подсечки могут быть, когда... Ты смотри-ка, прям, блин, в шею мне два раза заткнул своим посохом вонючим. Вот так вот. Нет, смотрите-ка, может все-таки он бросает, гадюныш, а? Прям в репу. И опять он потерял свой посох. А это говорит только об одном, что он уже труп. Кстати, ребята, была бы неплохая идея, если бы здесь можно было бы все-таки подбирать свое оружие, да? Согласитесь, было бы прикольно. И прямо в бубен я ему, видели? Отлично. Мак Вуду оказался солодухой. И мы получаем свою награду в районе 146 золотых. Парные мечи также нам достаются. Перк, щелкунчик. Редкий спецприем написано. Ты бесподобно отыграл самый славный подвиг Кагуна. Победа над темным колдуном долго гремела над родиной героя. Рад был помочь, дорогая. Ну что, у нас тут, ребятушки, как-никак глава 1 нормально. В легионе казнь исполняется поединком с палачом. Никому еще не удавалось изменить приговор и победить его. Но если ты выиграешь, у тебя будет право вызвать на поединок любого, и тогда сержант ответит за все. Одолей палача, елки-палки. Сюжет, казнь.
Ну, мне деваться некуда, ребята. Придется с этим хламоном драться. Такой, да, смотрите. Шух. Бугайчик, блин. Ага. Вот что творит? Что творит? Выпады делает, а? Ох, ё-моё, и мочит довольно не слабо. Пора его на... Блин, проучить. Ох, как он меня быстро разобрал, а? Теневуха у меня есть. Вот так укольчиком. Попался, гаденыш. Ай, блин, я так и думал, что не стоит этого делать, но... Два удара он мне сбил, а? Ну что же, или я, или он... Третьего не дано. О, выпад делает. Я выстоял. Ух. Да хорош. Ну, да давай, давай. Да, блин, ну. Говно, блин. Ух. Там немножко ему оставалось. Ладно, хорошо, фиг с ним. Одна победа все-таки за ним. Мне два раза нужно выиграть, а? Черт, опять начинается, а? Вот самое хреновое у них это выпады. Вот у этих вот... С двухручниками. У меня такого перка нет. У меня вот такой вот. Так, так. Ага, блин. Не пропускаем. Пускай поваляется маленько. И продолжаем колбасить его. Укол. Угу. Начинает выпады делать. Я заметил эту фишку. Я его... О, меч потерял, отлично, ребята. Ну иди сюда, говнюк. Добиваем. Прям в бубен, да, ему? На, в затылок, блин. Подровняли, так сказать. Фу, ну, один мы проигрыш свой отыграли. Ну, теперь решающий бой, как говорится. Так, выпад опять свой делает, а? Так, 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 стоим, 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 ребята. Теперь пора, по-моему. Опа, опа, и укол. Отлично. Об земельку. Отлично, просто великолепно. Блин, а? Как он так успел-то? Блин. Все, сейчас начнется расколбас, чувствую я. На. Надо наотмашь, ребята, его брать. Вот. Еще разок. Отлично. Так, еще разок прокатит? Нет? А, не прокатило. Ну! Осталось-то хрена ни хрена. Отлично. Вот и все, и нет палача. Палач хренов. Что, теперь вызываем сержанта? Тебе же был нужен я, верно? Ну хорошо, я сражусь с тобой. Он мне одолжение еще делает. Еще как сразишься, сынуля. Еще немножечко и я получу четвертый уровень, это хорошо. Крепленная броня. Простой меч, который мне нафиг не нужен. Комплект штрафника. Все, больше ничего. Глава 1, сложно. И денег накопили, и еще на один пак, ребята. Давайте посмотрим, что здесь в нем. И, наверное, будем заканчивать на этом нашу серию. Так, шлем кочевника. Хорошо. Крепленная броня. Так себе. Тоже ерунда. Да, ничего опять хорошего нам не выпало. Ну что ж, дорогие мои друзья, наверное, на этой ноте мы и будем завершать игру. Всем спасибо за просмотр. И увидимся с вами уже в следующей серии. И будем бить сержанта. Все, всем пока и удачи, ребята.